Вроде бы работает, но так как в игре нет музыки, я сейчас попробую что-то поставить, и мне забанят вот потом. Я не хочу без музыки играть. Так, музыку слышно, но надо, чтобы она прям тихо. Ладно. Так, игру видно, как я понимаю, да? Нет, она небольшая. Там несколько локаций, которые надо пройти, но я знаю, как их проходить. Причем я довольно давно в нее играла, но я почему-то все помню, блин. Игра называется Windowsill. Она старенькая. Это какая-то экспериментальная студия ее делала. Короче, у нас есть паровозик. И суть в том, чтобы найти вот так... Блин, паровозик застрял, лол. А почему он застрял? Это баг? Или он липнет? Нормально вообще? Стоп. Да, я думаю, это баги. Короче, нам надо найти такой кубик, чтобы открыть дверь. Ну и заодно смотреть вот эти локации. Игра вообще работает, но вообще видно, что я в ней что-то делаю. То она может залипла как-нибудь, а я не знаю. Эй, а, тут помощь. Конечно. Я не была бы так уверена. Тут можно осень устроить с листьями. Ей, голова. Вот, собственно, это название игры, кстати говоря. Эту руку немного жалко. Она так медленно все поправляет, что можно 10 раз все по новой словить. Издевательство над рукой. Там в букве О появляется человечек. Ну, короче, кубик у нас вот этот.
Нет, я не люблю издеваться над людьми. Абсолютно нет. Только если над плохими, которые сами над кем-то издеваются. Ну и то я бы не сказала, что мне это прям удовольствие доставит. Блин, не ори. Давай. Блин, а что будет, если... То есть вода у нас на паровозик не капает. Он вне ее сферы деятельности. Вот это посложнее задачка. Но, к сожалению, я помню, как ее решать, поэтому... Падай, блин. Что началось-то? Работай. О, это моя любимая штука. АСМР стрим. Да блин, как же она громко орёт. Кубик. Так, а мы все видели? Почему тут два таких куска меха? Синий и зеленый. Ну, свинка. Что? Идет ураган. Блин. Но у вас же такое бывает, в принципе. Не впервой, наверное, хотя, конечно. И не
Отвернись, шарик. Спасибо. Стоп. Смоет тебя листик или все листики в городе, чтобы потом на работу. Сомнительно, если честно. Но надеюсь, все будет хорошо. По-моему, у нас нет настолько сильных ураганов, типа как в Америке, но у нас опасность в том, чтобы что-нибудь не рухнуло на людей, типа. Чтобы не было жертв. Ну, тучка. Блин, сейчас сложно. Эй, нет, 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 нет. Да блин, ноги. Короче, я не справилась. О, нет, все, я справилась. Давай, иди сюда. Это сложно. Там еще дальше тоже сложная хрень есть. Паровозик сам едет или его тут... А, тут типа ветер. Ну, эту индюшатину я нашла прям очень давно. Я просто о ней помню. Ну, она такая запоминающаяся довольно. Я даже не помню, как я ее нашла, если честно. Ну это прям очень давно было, может, лет 10 назад. А вообще я просто иногда начинаю как-то по каким-то... Ну то есть находишь одну игру, и потом каким-то образом находишь похожие, еще что-то, не знаю, даже в каких-нибудь комментариях, там, типа, читаешь про какую-то игру, а там в комментах пишут, а вот еще такая есть. Что-то в таком духе. Ну, вообще, игры типа того же Самороста, ну, вот вообще от Аманита Дизайн, вот такие квесты с какими-то прикольными мирами, я очень любила, но сейчас я понимаю, что мне лень играть, не знаю. Вроде бы я их и люблю, и вроде бы мне лень. И Боб... Что? Вот это сложное место. По-моему, я в нем больше всего тупила. А может, нет. Или в следующем. Где космонавт? Блин, иди сюда.
Блин, это трудно. Цепляйся. А, все. Становление стримера, это как? Чего? Вы про что? Чего такое? Я не понимаю, о чем вы говорите. А, когда нравится игра, но лень играть? Да как бы нет, а почему стрим? Мне всегда так было. Вот это прикольное место. О, у тебя кубик. Разве можно так бросать вещи? Не делай так. Ну, может быть. О, вот это сложная херня. Ну, точнее, она не сложная, конечно. Но тут надо все сделать в правильном порядке. Да блин, нет, что не так? Куда он не попадает? Головоломка. Скинь, да. Ну, в смысле, скинь название. А, облачко. Облачка не было. Да блин, перестаньте. Они закрываются, я не успеваю. О, мы сюда попали. Они больше не нажимают сюда. Понятно.
И он укатывается обратно. Ты иди ты. Ползи. Паровозик едет в небо. Осьминог в небе. Я хочу полностью другой хвост ему сделать, можно? Не лень тыкать. Ладно. Что не можешь рыбу поймать, чувак? Что с тобой не так? Зачем ты машешь рыбу? О, это рог изобилия. Из него еда вываливается. О, наш проводник стал созвездием. Чух-чух-чух. Все. Рука. На букву нельзя переворачивать. Конец. Можно переигрывать левелы. Это словно что? Короче, все. Супер мини-стрим на час, но, в принципе, это нормально. У меня большая часть стримов, миллионы моих стримов была по часу примерно. Насчет того, чтобы еще что-то стримить, я не знаю. Я хочу на около 14 февраля постримить всратую игрушку. Хорошо. Короче, всратую игрушку про любовь. Это
На мой вкус это будет смешно. Ну, не знаю, получится или нет. Вот, а так больше что-то я пока ничего не хочу. Спасибо, что смотрели. Приходите еще. Спокойной ночи.